Химическое опрыскивание против мраморного клопа уже активно проходит в регионах Самегрело, Гурия и Имерети. Территории сел обрабатываются термическим туманом. Как разъясняет Национальное агентство продовольствия, ареал и сроки химического опрыскивания были определены на основе мониторинга. В ареалах, где в ловушках было зафиксировано ограниченное количество вредителя, на данный момент проходит химическая обработка. В связи с опрыскивательными мероприятиями специалисты Национального агентства продовольствия предупреждают, до окончания опрыскивания не выпускать пчел из ульи. Опрыскивательные мероприятия начались в регионе Самегрело Земусванети, также в регионах Имерети и Гурии. Уже достаточно количество техники распределено среди муниципалитетов. Это более 150 единиц. Информация о том, в каком селе нужно провести работы, мы получаем на основе мониторинга. С сегодняшнего дня начались опрыскивания на территориях Абаши, Сынаки, Хоби, Зугдиди и Ланчхути. Также хочу сказать, уже запланированы работы на завтрашний день. Мы продолжим интенсивную работу. Мраморного клопа, может быть, полностью не сможем уничтожить, но надеюсь, что через 2-3 года совместными усилиями государства и населения у нас будут положительные итоги. Да, появились. В домах. На участках заметили? Нет, не заметила. Мало-помалу. Наверное, пока холодно и не выходят.